миллион роз, тысячи роз, сотни цветов. В этот день вы должны вспоминать о наших любимых, дорогих мамах, сестрах, женах, но и в течение всего года. Сегодня поздравляю вас с праздником. Я знаю о том, что многие из вас прожили, уважаемые ветераны наши, прожили трудную, но достойную жизнь. И самое главное, вырастили достойное поколение. Я хочу пожелать вам всем, чтобы ваши близкие дарили вам только положительные эмоции, чтобы ваши близкие, окружающие вас люди, были всегда здоровы. И самое главное, чтобы вы всегда были красивыми и любимыми.